Принимая душ вместо ванны, вы расходуете в 5 раз меньше воды. Панду озлобила бестолковость людей. И она напоминает людям о том, что поездка на метро или в трамвае вместо автомобиля сокращает вредные выбросы в 1000 раз. Ресурсы Земли ограничены, берегите их, призывает программа 60+. 60 – это те самые минуты, которыми вы экономите 500 грамм углекислого газа, погасив 10 лампочек в вашей квартире. А плюс – дополнительный вопрос, задаваемый каждому. А что еще вы можете сделать для планеты? 1 300 000 000 человек в прошлом году приняли участие в «Часе Земли». Это самая массовая общественная акция в истории человечества. И она подтверждает, что людям не безразлично будущее нашей планеты. Но этого уже мало. В этом году мы призываем вас не только выключить свет, но и сделать больше. Берегите не только электроэнергию, но и воду. Сдавайте макулатуру, пользуйтесь общественным транспортом. Как модель Миранда Кер, перешедшая на натуральную пищу. Как китайский актер Ли Бин Бинг, заявивший, что на ближайшие 100 дней станет вегетарианцем, чтобы хоть ненамного уменьшить затраты и вредные выбросы от производства и приготовления мяса, которые составляют 1/5 городского загрязнения. Или как пакистанская звезда крикета Васим Акрам, отказавшийся от использования пластиковых пакетов и бутылок. Из 1000 крышек создал цифру 60 аргентинец Марсело Тот и выиграл национальный конкурс на лучшую часоземную открытку. Сингапурский отель заменяет лампы во всех помещениях и комнатах на энергосберегающие. Шведский Credit Suisse объявляет все офисы углеродонейтральными и создает фонд по спасению бразильских лесов. Австралийская девочка Парис Рейне начинает с малого, блокирует доступ пластиковых стаканчиков в свою школу и раздает каждому по персональной многоразовой кружке. Все личные достижения можно добавить на специально созданный интернет-портал «За пределами часа Земли». 11 мировых языков, интеграция с ведущими социальными сетями планеты, спецприложения для смартфонов и онлайн-мониторинг. Социальные медиа объединяют людей мира и могут показать, на что способен каждый для изменения окружающей среды. 15-летняя девочка изменяет класс, гендиректор – компанию, а президент – страну. Лишь действуя сообща, мы способны улучшить жизнь на планете. Этот сайт позволит каждому продемонстрировать, что сделал ты, и увидеть, что сделали на другом краю света. Китайцы, например, озеленяют 38 тысяч гектаров в Шэньяне, запускают общественную систему проката и 60 000 велосипедов в Чэнду, между прочим, самую большую в мире, и смотрят за тем, как австралийский Сидней переходит на светодиодное освещение парков и открывает велосипедную кольцевую дорогу. Сиднейский креатив – залог того, что в следующем году его поддержат миллионы. Ведь именно этот австралийский мегаполис в 2007 году первым погасил 2,5 миллиона огней и запустил цепную реакцию из выключенных рубильников по всему миру. Простая, но гениальная идея – погасить огни на 1 час и обратить тем самым внимание на климатические проблемы современности родилась именно в Сиднее и была тут же подхвачена всем миром. Час Земли – прекрасный пример австралийской креативности и понимания всемирно значимых вещей. Новый австралийский креатив – установка GPS-буйков, которые в режиме реального времени будут следить за уровнем мирового океана. Вот и посмотрим, как часовой отдых планеты от человеческих огней сказался на парниковом эффекте и океанском уровне.